Дорогие девушки, милые девушки, фантастические девушки, каждая из вас уже победительница. Спасибо за вашу красоту, за вашу доброту, за вашу лучезарность, за тот путь, который вы прошли в этом конкурсе. Каждая достойна аплодисментов. Искупайте их в овациях! Ну а мы, так как жюри уже вернулись, значит, мы готовы объявлять имена трех победительниц. Я не случайно сказал трех, правда? Конечно, не трех, потому что... Трех, точнее, потому что ведь Мисс Россия 2023 – это не только Мисс Россия, но еще и первая вице-мисс и вторая вице-мисс. Давайте по порядочку. Пришло время узнать имя второй вице-мисс России. Мы просим, чтобы нам вынесли конверт. Какой это волнительный момент. Только представьте, что чувствуют наши суперфиналистки. Каждая из них думает... Хоть бы там было мое имя, или наоборот, хоть бы там было не мое имя, а мое было в финальном конверте, когда будет мисс. Не знаю, тем интереснее. Итак, это мы возвращаем вам. Дамы и господа, второй вице-мисс Россия 2023 становится Любовь Коколова! Республика Саха-Якутия! Поздравляем Любовь с титулом второй вице-мисс Россия 2023. Конечно же, лента, конечно же, букет шикарных цветов для шикарной девушки и диадема второй вице-мисс Россия 2023. Аплодисменты, друзья! Дамы и господа, на этом праздник не заканчивается, потому что пришло время объявить имя первой вице-мисс национального конкурса «Мисс Россия 2023». Ну и, конечно, мы просим вынести конверт. Тут самые волшебные страсти накаляются. Итак, первая вице-мисс. Кто же? Кто получит этот высокий титул? Итак... Первая вице-мисс Россия 2023. Елизавета Дудина, Тольятти! Друзья, первая вице-мисс перед вами. Громче, 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 громче! Конечно же, знак отличия. Конечно же, роскошный букет. И диадема для первой вице-мисс. И самое главное звание первой вице-мисс России – самый волнительный и незабываемый момент. Все так. Поздравляем вторую вице-мисс. Поздравляем первую вице-мисс с почетным званием, с почетным титулом. Но настал момент увидеть заветную корону, которая уже через несколько минут увенчает голову победительницы. И перед тем, как мы увидим корону, давайте еще раз поблагодарим генерального партнера конкурса «Мисс Россия 2023» «Русский стандарт страхования». Наша корона тоже застрахована. Все так. В центре короны, на верхушках куполов и у основания расположены 203 жемчужины южных морей. Бриллианты весом 42 карата, сапфиры весом 60 карат, рубины 58 карат и жемчуг. Все это собирается в асимметричные узоры, подобно взрыву фейерверков. Драгоценные камни выбраны в цвет флага России, а оправа короны выполнена из белого золота и гармонирует с драгоценными камнями и жемчугом. Вот так, друзья. Аж всплакнуть захотелось. Остается лишь узнать, кому из девушек удалось покорить не только членов жюри, но и всю страну. И сейчас... Мы хотели бы пригласить на сцену Мисс Россия 2022 Анну Линникову. Дамы и господа, Мисс Россия 2022 Анна Линникова. И, конечно же, ее голову венчает та самая заветная корона, о которой мы вам говорили. Вы только посмотрите, как она грациозно ей сегодня придется проститься с титулом «Мисс Россия» и передать корону новой обладательнице. Анна, вы великолепны, вы роскошны. Друзья, между прочим, Анна еще действующая королева, поэтому я не понимаю, почему так тихо. Анна Линникова, «Мисс Россия».
Россия 2022. Еще несколько минут. Она будет носить это звание самой красивой девушки страны. Ну и стоит вспомнить, как потрясающе Анна выступила на конкурсе «Мисс Вселенная». Это было непросто. Это было фантастически. Анна, наше восхищение, вы великолепны. Итак, друзья, наступает момент, ради которого мы провели эти волшебные часы здесь вместе. Итак, новый «Мисс Россия». 2023 становится Голубева Маргарита! Мы поздравляем новую победительницу! Давайте громче ей поаплодируем! Конечно же, лента, как знак отличия, новый «Мисс Россия» 2023. А что же она получает? Миллион рублей достается нашей победительнице. Миллион рублей будет ждать вас за кулисами, дорогая мисс. И, конечно же, возможность представить нашу страну на конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Сейчас будет очень важный момент. Можно я подержу эти роскошные цветы? Потому что символ королевской власти украсит голову новой королевы. Анна, вам надо будет передать корону. Доставайте свои фотоаппараты, потому что это мгновение незабываемое. Действующая мисс Россия передает корону новой. Да будет так! У нас новая королева! Мисс Россия 2023! Ура, друзья, ура! В честь нашей королевы! В честь новой победительницы! Мы уверены, что удача будет сопутствовать ей и дальше. А личные качества, которые она продемонстрировала на пути к успеху, позволят покорять все новые и новые вершины. Можно я верну вам этот роскошный букет для роскошной королевы? И я прошу, мисс Россия, вторая мисс Россия и первая мисс Россия, вместе проследуйте туда, где вам самое место, на пьедестал. Мы ждем вас впервые на суперфинале. Давайте, Помоги, девочка, вместе со мной прогуляемся. Сначала сюда. Прошу. Это самый красивый момент в конкурсе «Мисс Россия». Чествование победителей. Вы только посмотрите, какие они счастливые. Милые девушки, а теперь прошу, займите место там, где оно для вас уготовано, на пьедестале. Дамы и господа, впервые в финале «Мисс Россия» мы решили, что наши королевы достойны настоящего пьедестала. Поэтому под ваши аплодисменты каждая из них отправляется туда ввысь, к звездам! Под аплодисменты! Вторая вице-мисс, первая вице-мисс и, конечно же, «Мисс Россия» 2023! Дамы и господа, уважаемые гости и друзья, это был суперфинал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2023». У нас новая королева, и мы спешим ее поздравить. Впереди «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и невероятные перспективы, которые дарит конкурс.